Одна з галоўных праблем, што выклікае каранавірус, ускладненне ў выглядзе пнеўманіі. Запаленне лёгкіх – хвароба, яка не праходзіць бясследна. Падчас другой хвалі COVID-19 асабліва важна памятаць пра гэта і берагчы сваё здароўе. Аб захворванні на пнеўманіі ў рэгіёне расказала галоўны пазаштатны пульманолог галоўнага ўправлення аховы здароўя Гомельскага аблвыканкама Татьяна Шебушева. Как и во всей республике, во всем мире у нас отмечается значительный рост опять заболеваемости, подъем. Вот, на сегодняшний день, в принципе, мы еще пика пока не достигли. Рост продолжается, поэтому очень бы хотелось, чтобы в этот период как раз помогли, справлялись не только медики, работали, но и сами люди помогли себе и нам, чтобы облегчить эту ситуацию. У нас уже многое сделано, да, кроме того, что работают стационары, все перепрофилированы, введен масочный режим, что очень важно, тем не менее, иногда все-таки замечаю, что не все это соблюдают, хотя, наверное, людей это или не коснулось, или они уже от этого, как бы к этому относятся очень легко. Однако, если посмотреть стационары, увидеть, какие пациенты сейчас достаточно сложные идут, тяжелые, то хотелось бы, чтобы все-таки режим этот соблюдался строго. Вот здесь ничего сложного нет, потому что сразу же уменьшается нагрузка вирусная, и, естественно, заболевание будет протекать легче. И нам будет легче, и пациентам будет легче. Вот. Но это основное, что нам бы хотелось, вот, для того, чтобы мы уменьшили, по крайней мере, рост этой заболеваемости на сегодняшний день. Профилактические рекомендации остаются прежними? Да, профилактические рекомендации все те же. Это соблюдение масочного режима, это обработка рук, это соблюдение личной гигиены, это дистанция, которую мы должны соблюдать. Ну, для того, чтобы как можно лучше, как можно меньше было последствий у нас. В количественном плане коронавирусных пневмоний больше, чем пневмоний, вызванных другими причинами? Да. Если на сегодня у нас более 3000 пневмоний всего, из них 2442 на сегодняшний день – это коронавирусные пневмонии. Вот. И рост продолжается. Вот. С учетом того, что увеличивается заболеваемость, увеличивается и количество, и доля коронавирусных пневмоний в разряде общих пневмоний. Это обычно так всегда бывает в эпидсезон. Спасибо за информацию.